15 очков за матч набирают. Напомню, в последних трех матчах 128. Рэндальф. Что-нибудь такого плана. Этого матча Бедринч. Хороший пас. И в этих четырех матчах в среднем по 116 очков пропускали баскетболисты Шарлот. По результативности был Влада Дивот с показателем там что-то чуть больше 14 очков за игру. Елена. Сколько универсальный этот человек. Как пару сезонов тому назад он заменил Амара заслончиком. Елена. Continue to move the ball and play the right way here. Azubuki down the lane. Feed inside to Kalena. Putting it up and in. Missing that three. The battle for the rebound. One by Morrow. Push ahead Azubuki. In transition. Lay it in. Посмотрим за атакой, за быстрой атакой, за попыткой быстрой атаки Golden State. Адрис Бедринч, вы видели, минуту назад был показан. В цивильном костюме участие в матче сегодняшнем не примет. Это конечно. Олдридж. В защите явно уступает. Будем говорить. Шарлот. 23 победы, 35 поражений. Выполнены 50 на 40. И там три человека. 16 очков. Преимущество Golden State Warriors. И пока это самый большой. Мека Окафор. Подобный контакт, даже если защитник по правилам подставляет. Пожалуй, своим нападением он в середине набирает под 120-130 очков за матч. Ну, подбор у Трейблзера впереди, 24-20. При этом Монтелис тоже не отличается хорошим процентом попадания сегодня. Три попадания и мешал ему в корзину попасть. 7-2. Эксон бросал абсолютно свободно. Расул Батлер с трехочковой дистанции. Атакует Новый Орлеан. Агустин. Естественно, волос не проиграть. И я не думаю, что...